Жителю Сургутского района Курману Исакаеву вручили премию мира. В Санкт-Петербурге наградили жителя Федоровского, который в июле этого года спас тонущую девочку. В одном из выпусков новостей мы уже рассказывали эту историю. Юноша оказался победителем в номинации «Подвиг». Премия мира – это конкурс, в котором отмечают людей, совершивших героические поступки. В этом году заявки на участие подали более 700 человек из 60 регионов России, а также из 14 стран. Курману Исакаеву вручили диплом, статус премии мира в виде земного шара, билеты в музей северной столицы, а также сертификат на обучение английскому языку. Отмечу, что теперь юноша мечтает стать профессиональным спасателем и работать в МЧС. Сидели с открытым ртом, пока нас даже не знали, что он на финал вышел. Так хорошо, было радостно. Не ожидали, что Курман выиграет. Когда услышали фамилию, было очень радостно, столько эмоций.